Всем привет! С вами Ришат. Компания LG совершенствуется из года в год не только функционально, но и качеством материалов. Стиральные машины LG с искусственным интеллектом AIDD не стали исключением. Просто обратите внимание на этот дизайн двери, который мы сегодня испытаем. Первое, что я хочу испытать, это крышку двери стиральной машины, которая выполнена из закаленного стекла. Данное закаленное стекло, согласно утверждениям компании LG, более устойчиво к внешним воздействиям. Испытывать я его буду при помощи трех предметов. Первое – это стандартный ключ, который идет вместе со стиральной машиной в комплекте. Я данным ключом стараюсь поцарапать стиральную машину. На двери никаких следов нет. Следующее. Я беру обычный ключ. Можно использовать ключ от машины, ключ от квартиры. И также стараюсь поцарапать дверь. Как вы можете заметить, царапин также нет. И третий предмет, которым я испытаю закаленное стекло, это ножницы. Беру также ножницами, стараюсь поцарапать стекло. Ничего не остается на двери. То есть дверь, выполненная из закаленного стекла, действительно более устойчива к внешним воздействиям. Помимо двери, также я хочу продемонстрировать вам специальные держатели на стиральной машине, держатели самой двери. Они очень прочные, выдерживают большую нагрузку. За дверь я могу приподнять стиральную машину. Но запомните, ни в коем случае за дверь переносить стиральную машину нельзя. Я просто приподнимаю за дверь, и вы можете заметить, что здесь никакая часть двери не отгибается и не выгибается, что свидетельствует о качестве не только крепления, но и качестве металла самой стиральной машины. И последнее, что я протестирую, это замок на двери стиральной машины. Многим может показаться, что он сделан из пластика, но это металл. Просто он очень приятный на ощупь, очень хорошо обработан. Точно так же за данный замок я приподниму стиральную машину, и с замком ничего не произойдет. Таким образом, я спокойно доказал, что дверь стиральной машины, а также держатель и замок выполнены из высококачественных материалов. Спасибо за внимание.